Здесь страсти кипят, как на Олимпиаде. И не случайно, ведь турнир собрал участников из разных школ города и пригородов. 102 спортсмена в разных весовых категориях приехали побороться за заветные медали. В первую очередь для популяризации здорового образа жизни, чтобы ребята занимались спортом, потому что национальная борьба, ну, мы все знаем, что ее это правила простые и понятные, условия неприхотливые. Таким образом хотим, чтобы ребята занимались борьбой, учились побеждать и не только соперников, но в первую очередь себя. Максим Жихарев в весовой категории до 35 килограммов на финальную схватку вышел на ковер со своим братом. Признается, что победа ему досталась долгими годами тренировок и упорством. Мне победа досталась опытом, я тренировался, тренируюсь уже почти 3 года. Как тебе соперники? Соперники бывают сложные, бывают такие нормальные. Бухы Барилдан на призы Валерия Шахжитарова проводится уже 3-й год подряд. Организатор отмечает, что с каждым годом мастерство спортсменов становится все лучше, участников все больше, а это значит, что растет поколение здоровых и сильных ребят. Саднам Ирдынеев, Руслан Хороших, Евгений Павлов. Новости дня.